Всем привет! У микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня нам предстоит покорить галактику, отбить атаки фашистов, поблуждать в темноте, потрогать Final Fantasy за пиксели, снова отбить атаки, но уже звездных роботов, ну и исследовать таинственный островок. Поехали! Первая игра на сегодня — «Галактическая война онлайн». Это такая космическая стратегия, и, что и следует из названия, она многопользовательская. Как и у любой приличной многопользовательской игры, у этой есть возможность заключать союзы с другими живыми людьми, воевать с ними, собираться толпой, чтобы навешать кому-то люлей, собрав огромный флот. Стратегическая составляющая, помимо дипломатии, состоит в том, что ты исследуешь космос, осваиваешь разные планеты, отстраиваешься на них, собираешь всякое космическое говно и торгуешь им. Ну, в общем, полный набор интересностей. Вторая игра называется Little Commander VVEETD. Это классический Tower Defense про Вторую мировую. С одной стороны дороги волнами прут какие-то враги, в данном случае фашисты, и наша задача не дать им добраться до другого конца карты, расставляя по пути всякие стреляющие и убивающие штуки. Штуки ставятся за деньги, а деньги мы получаем за убийство врагов. Так что, как и в любой такой игре, наблюдается баланс, и слишком-то много обороны ты физически не сможешь построить. Также за те же деньги ты можешь прокачивать и улучшать уже существующие пушки и турели. Сегодняшняя третья игра — Project Slender. Про Слендермена было уже столько игр, что я даже затрудняюсь сказать, сколько конкретно. И вот это еще одна в общую копилку. Как и всегда, ее смысл заключается в том, чтобы блуждать с фонариком по темной локации и собирать записки. На этот раз локация уже не лес, а какое-то большое заброшенное здание. На мой взгляд, слишком пустое, но ни одна игра про Слендера не блещет проработанным дизайном. Чем больше записок ты собрал, тем больше вероятность того, что за углом или позади окажется этот дрыщ без глаз. В общем-то, типичная игра серии. Дальше то, о чем, наверное, все слышали, но не каждый видел. Final Fantasy. А вернее, Final Fantasy 6. Это RPG. Она очень старая, привет, пиксель-арт, очень хардкорная и очень японская. Если ты понимаешь, о чем я. Нет, не о хентае. Я о множестве пошаговых боев и еще большем множестве самых разнообразных диалогов. Вообще, действие происходит в очень интересном мире. И сюжетно-диалоговая составляющая здесь ничуть не менее важна, чем боевка и прочее. Игра считается некой вехой в истории RPG, и познакомиться с ней стоит хотя бы ради общего развития. Солдатики «Звездный десант» — название следующей игры на сегодня. Это тоже Tower Defense, и он не про войну с арахнидами, хоть и название такое же. Вообще, это уже четвертая игра серии «Солдатики», и на этот раз она стилизована под космическую фантастику. Точно так же мы строим и апгрейдим пушки, чтобы пройти каждую из множества миссий. Отличительной чертой серии является то, что все происходящее стилизовано под игрушки. Такие игрушки, которые стреляют из огнеметов и фигачат друг друга лазерами. Стиль прикольный, а геймплей стандартен для жанра. Ну, вообще, прикольная игра получилась. Ну и напоследок проведем эксперимент. Ну как проведем? Мы в него поиграем. Потому что так игра и называется. Эксперимент. Это стратегия, главным смыслом которой является исследование некоего таинственного островка. Группа ученых ищет какой-то упавший спутник, а по пути им встречается еще много странной фигни. Тут нужно строить домики, выращивать пищу и прокладывать себе дорогу через дебри. Все нарисовано довольно ярко и сочно, и единственное, что раздражает, так это сборка ресурсов вручную. Это общая черта всех мобильных стратегий. И блин, все уже давно поняли, что тапать по тачскрину это прикольно. Сделайте уже игры, где добытые монеты сами попадают в ресурсы, а то сколько же можно. Но это мелочи, а в целом вещь неплохая. Ну а у нас на сегодня все. Подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого!